Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая, День Победы, остается неизменным, всеми любимым, дорогим, скорбным, но в то же время и светлым праздником. В преддверии великой даты в жизни нашей страны в 7-й школе состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны со школьниками и праздничный концерт. Каждого здесь почетного гостя можно назвать солдатом Отечества, воином России. Во все времена защитники Родины были окружены ореолом славы и восхищения, бесконечной благодарности. Встреча с ветеранами, очевидцами великих событий, оказала большое эмоциональное воздействие на школьников. Ребята внимательно, с интересом слушали ветеранов, задавали им вопросы. Встреча поколений – это одна из главных задач этого мероприятия – дать молодым людям понять, что Родину нужно любить. Память – наша история. Каким будет взгляд на нее подрастающего поколения – таким будет наш завтрашний день. Встань, лейтенант, заклинают просторы, горы и реки, снега и цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, ставшая госпиталем с сентября. Встань, чемпионы двора по футболу, просят тебя, своего вратаря. Просят деревни, пропахшие гарью, солнце, как колокол в небе, гудит. Просит из будущего Гагарин. Ты не поднимешься, он не взлетит. Просит твои нерожденные дети. Просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу, а и да! Встал. Пошел на врага, как слепой. Сразу же сделалась влажная спина. Встал лейтенант и наткнулся на пулю. Тупую и твердую, словно стена. Конечно, история войны писалась кровью, и чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди жестокие ее факты. Но никогда не должны они перестать волноваться, узнавая о них. Ветераны рассказали о годах сражений и тяготах тех лет. Пожелали школьникам вырасти достойным поколением. В свою очередь, школьники приготовили творческое мероприятие, в котором прозвучали самые знаменитые военные песни и стихотворения. Встреча с ветеранами дала уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для понимания многих вещей, ветераны, за плечами которых годы тяжелого военного времени. Это пример мужества, самоотверженности, любви к родине.